Открываем дверь, полиция. Открываешь дверь, ложишься на пол. Считаю до пяти и сломаем дверь. Раз. Открывай. Отмычки, рации, средства слежения. Для некоторых личностей это набор рабочих инструментов. В Химках полицейские и сотрудники Росгвардии задержали двоих подозреваемых в серии квартирных краж. Свой последний рейд они совершили на улице Ватутина. С помощью отмычек в одном из домов вскрыли входную дверь квартиры. Похитили деньги, наручные часы и скрылись. Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и установили личности подозреваемых. Вас привезли в отдел полиции. Что вам говорят? Что совершил вы совершили? Преступление. Какое преступление? Понятия пока не имею. Не знаете, да? Ранее судимы? Да. За что, при каких обстоятельствах задержан сотрудниками полиции? Я не знаю, дома задержан. Дома? Что говорят? Что вы совершили? Ну, пока еще разговариваю. В ходе обысков у подозреваемых обнаружены и изъятые радиостанции, мобильные телефоны, средства слежения, ювелирные украшения, наручные часы, ноутбуки, отмычки и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Предположительно, задержанные могут быть причастны к 6 подобным инцидентам, общий ущерб от которых превысил 9 миллионов рублей.